На берегу эти рычащие машины кажутся тяжелыми и неповоротливыми, но танк с легкостью доказывает, вода для него тоже родная стихия. Этот участок озера танкисты называют «вододромом». Каждый экипаж должен проехать по дну сначала в одну сторону, сделать разворот на берегу и затем вернуться обратно. Даже для самого современного российского танка Т-90 5-6 метров воды – это максимальный предел. Очень важно, чтобы машина двигалась по дну без переключения передач, без остановок и резких поворотов. Все это время у экипажа нет никакого визуального контакта с землей. Танк идет только по приборам. Скорость движения 3-4 метра в секунду. С берега танки похожи на фырчащих речных животных. Это двигатель выплевывает выхлопные газы прямо из-под воды. Уже на берегу танкисты, для многих из которых это погружение было первым, признаются, только что они пережили самые волнительные минуты в жизни. Главная ответственность здесь, конечно, на механике водителя. Надо чувствовать, да, машину плавно все. Не давать там, не делать резких движений. Плавно все выполнять. Тогда все получится. Во время этих учений особое внимание технике безопасности. На воде постоянно находится лодка со спасателями. На берегу дежурит тягач-амфибия. Но все же основная подготовка проходит еще до того, как танк погружается в воду. Когда все отверстия закрыты, а люки задраены, бойцы специальной замазкой обрабатывают все стыки корпуса. Танк становится практически полностью герметичным. Сверху остается только труба воздуховода и яркие поплавки, чтобы легко было найти машину, если танк все-таки утонет. Пока одни танкисты занимались практикой, другие на почти игрушечных танчиках изучали теорию. Особое внимание экипировке. На груди каждого бойца противогаз ИП-5, в котором в случае остановки надо будет покидать затонувшую технику. Проводим легководолазную подготовку, где сами бойцы уже идут под воду, именно с прибором ИП-5, вот, под водой они пробуют дышать им, и после этого уже мы отправляем их под воду на танк. В летние месяцы боевая подготовка в 4-й танковой бригаде практически не прекращается. Пока одни танкисты тренируются у воды, другие уже на огневом рубеже. Отрабатывается упражнение «Стрельба с ходу штатным снарядом». Подготовка сначала проходит в классах, на тренажерах, потом осуществляются стрелковые тренировки, потом солдат стреляет вкладным стволом из танка, потом, как я уже сказал, допуск к выполнению штатной стрельбы, и потом только штатная стрельба из танка. Рев моторов и разрывы снарядов под Наро-Фоминском будут слышны до поздней осени. До тех пор, пока на смену уже опытным танкистам не придет новое пополнение и не начнет с нуля изучать премудрости управления этой грозной машиной. Алексей Главко, Александр Кочеров и Павел Кирьянов. Телеканал «Звезда», Наро-Фоминск, Московская область.